Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия, и сегодня мы с вами будем листать шикарный, чудесный каталог для участников премьер-клуба компании Oriflame. И я вам напомню условия: чтобы стать участником премьер-клуба, нужно организовать личный товарооборот всего 150 баллов. Всего 150 баллов. Это совершенно немного. Если у вас это до сих пор не получается, то просто посмотрите видеоролики, как это делают другие консультанты, а также я. На моем канале есть несколько классных видео, некоторые из них я выложу в комментариях под этим роликом. Обязательно их посмотрите и научитесь, потому что, делая 150 баллов, вы получаете: первое, это кэшбэк 10%, а это ни много ни мало от 800 рублей, которые вам кладут на номер, и вы этими денежками пользуетесь уже в следующем каталоге и просто не оплачиваете заказ на эту сумму, то есть оплачиваете заказ меньше на эту сумму. Это первый приятный момент. Второй приятный момент, то что, сделав два раза подряд заказы по 150 баллов, уже в третьем каталоге вы получаете скидку 50% на любой продукт, который вам нравится из каталога, кроме наборов. И временно сейчас недоступна эта акция на серию Well. И третий бонус, который мы получаем с вами, это каталог премьер-клуба. Это очень выгодно, очень удобно, здесь большие скидки. Ну и, конечно же, для тех, кто амбициозен и пришел сюда не просто купить себе помаду со скидкой 20%, а кто пришел зарабатывать, это единственное, самое важное условие для того, чтобы получать скидку с товарооборота всей команды, из своего личного товарооборота. От 3 до 22%. Поэтому я вам желаю быть всегда в премьер-клубе, карьерного роста, вкусных покупочек. А сейчас пойдемте листать каталог, и я вам расскажу, на что особенно здесь нужно обратить внимание. Тун-тун-тун-тун-тун. Каталог для премьер-клуба начинает действовать со второй недели 13-го каталога, и период его действия будет с 23 сентября по 6 октября. И я, конечно же, вам еще раз рекомендую быть участником премьер-клуба, потому что здесь очень много всегда всего интересного. И прямо на первой страничке встречает нас помада очаровательная серии The One, помада 5 в 1. Она многофункциональная, и у нее прекрасные показатели. Вот так она выглядит. У нее футляр синенький. Футляр достаточно простой, пластиковый, но сама помада, она просто необыкновенная. Как раз этот оттенок у меня сейчас на губах. Этот цвет пряный бордо. Пряный бордо 306-73. Обратите внимание, что на бумаге все равно оттенки немного другие. Я вам сейчас покажу, как этот оттенок будет выглядеть. То есть если мы в помаде смотрим, он прям какой-то коричневатый, то на коже он такой глубокий вишневый, спелая вишня. Цвет очень красивый, я эту помаду обожаю. И мне очень нравится, как она лежит на губах. Такая мягкая, такая нежная, шикарная. Губки даже не чувствуют, что на них лежит помада. Так, мы продолжаем двигаться дальше. И уже в премьер-клубе вы сможете выписать одни из первых аромат Экла. Новиночка, он правильно называется, Экла Мон Парфа. Бесподобно красивый флакон с такой черной ленточкой, такой дорогой, богатый. И на аромат отличная скидка, мы его сможем с вами приобрести за 2479 рублей. И от этих цен мы также отнимаем 20%. Почитайте, какой шикарный состав у аромата. Я обязательно возьму себе сначала пробник, и затем я думаю, что этот аромат пополнит мою коллекцию. С огромным удовольствием я его жду, что он мне понравился. Следующая страничка нас встречает тени и хайлайтеры, румяна. Просто что-то необыкновенное, какие-то палеточки, которые мы можем сами комбинировать. То есть мы покупаем отдельно палетку, большую или маленькую, и по отдельности приобретаем наполнение палеток, то, что мы хотим в них дополнить. Например, вы можете взять большую палетку и приобрести сначала 1-2 оттенка, и потом постепенно дополнять. Палеточка магнитная, и в нее можно будет добавлять тени, вот те цвета, которые вам нравятся, или румяна, цвет, который вам тоже симпатичен. Мне эта идея очень нравится. Я люблю сама подбирать тона, поэтому
Я считаю, что это шикарная просто свобода выбора, по-другому не скажешь. Далее, на этой страничке нас ждет набор пробников. Я надеюсь, у каждой из вас есть такой набор. А если у вас его еще нет, то рекомендую приобрести, потому что именно с этим комплектом пробников, парфюмов и помад очень легко всегда быть в премьер-клубе, потому что вот правило «попробуй, прежде чем купить», оно должно действовать у нас на 100%. То есть мы максимально должны предложить нашим клиентам попробовать продукцию перед тем, как они ее приобретут. А на этой страничке у нас очень много детской коллекции, великолепные цены. И я думаю, что уже можно пополнять запасы и готовиться к Новому году. Как для мальчиков, так и для девочек приобрести наборчики, которые включают в себя гель, шампунь для волос и тела, далее туалетная вода, тачки, мыло. А для девочек это Дороти серия в поисках, ой, в поисках Дори, гель для душа, туалетная вода и тоже мыло. А для девочек, ну для женщин, конечно, это будет не новенький, это мерцающий лосьон для тела «Сияние Парижа». И гель для душа, тоже «Сияние Парижа» по великолепным тоже ценам. Кстати, я брала себе такой лосьон, он дает приятное сияние, и у него чудесный аромат. У меня даже есть такая водичка туалетная, мне очень она тоже нравится. На этой странице нас ждут такие шикарные стойкие помады. Кстати, у меня есть одна такая помада, но именно оттенка, которого здесь предлагают, нет. У меня как раз следующий с восьмерочкой на конце, но я вам покажу, как эта помада выглядит. Я их очень люблю. За счет того, что они стойкие, посмотрите, какое сразу такое глубокое нанесение. То есть помада плотная, приятный такой матовый оттенок, и она действительно очень долго лежит на губах. Мне нравится ее качество и упаковка, то что это такой карандашик, удобно красить губы даже без подводки. Роскошная кисть Кабуки, она очень стильная и красивая. А здесь же есть корректор, вернее консилер Giordani Gold, два оттенка. Обратите внимание, у него удобная кисточка. И средство подается вот таким движением, когда вы подкручиваете консилер чуть-чуть, и капелька выходит из кисточки. Поэтому не делайте очень резких таких движений, чтобы не выдавить слишком много средства сразу. Далее, тени карандаш для век, два оттенка, черный и бронзовый, искристый бронзовый, такой с золотинкой. Очень хороший, кстати, оттенок, как отдельное средство для макияжа, так и как база под макияж. А вот про это средство, это сияющая пудра в шариках серии Giordani Gold, я считаю, что нужно рассказать особенно. Как раз у меня вот есть такое средство, чтобы вам показать, как его открыть аккуратненько. Так вот. То есть это пудра. Обратите внимание, какие здесь оттенки. То есть если посмотрит профессионал, то он сразу поймет, что вот эти фиолетовые, желтые, зеленые, такие вот коралловые и белые цвета, они используются для коррекции лица, чтобы сделать его идеально ровным и гладким. Но используя эти шарики, вы их набираете кистью, легким движением руки делаете свое лицо очень таким ровным и даете легкое мерцание, потому что если вы посмотрите, то у них есть сияние очень красивое, да, то есть мы сразу и делаем коррекцию лица, и делаем как хайлайтером такое сияние, которое омолаживает кожу, придает ей такое шикарное сияние. Кстати, роскошный продукт, 25 грамм, очень надолго хватает, то есть невероятное классное средство, которое рекомендую каждой девушке. Далее у нас идут полотенчики, обращайте всегда внимание на размер, чтобы не ждать огромных полотенцев, когда, да, в наборе указано, что это 30 на 30, да, и здесь тоже 30 на 30. Качество полотенцев Oriflame всегда шикарное, я их очень люблю, но вот именно таких у меня полотенчиков нет. Далее, здесь у нас идет наборчик, это пинцет, очень удобный пинцетик для того, чтобы убрать нежелательные волоски, и он идет на подставочке. А вот в этом мешочке шикарные такие спонжики для макияжа, дизайнерские, они сделаны в форме губ и помады. Я вот своей дочке всегда такие выписываю, потому что я сама люблю кистью наносить тон, а она именно такими спонжами, и ей они очень нравятся, потому что они прикольные. Далее, трафареты для французского маникюра. Если вы
хотите сделать сами самостоятельно французский маникюр, то вы можете сделать его как привычная нам улыбка, да, здесь есть такие трафаретики. Также обратите внимание, есть трафаретики угловые, то есть мы наклеиваем уголочек и красим. Очень интересно получается такой, ну, дизайнерский ноготок. Косметичка с лентой, очень такая сексуальная косметичка, как будто это корсетик, как завязан крест-накрест. У нее красивый цвет, очень модный такой лиловый оттенок, просто шикарный. И она на молнии. Далее, наборчик для маникюра. Очень классная косметичка, сеточка, то есть она такая прозрачная, и видно, что в ней лежит. И этот наборчик как раз позволит привести ноготочки в порядок быстро, легко, и можно взять его с собой в дорогу, потому что он маленький и легенький. И к нему же в комплект, да, мы можем добавить такие пилочки, они маленькие, то есть такие пилочки-коротышечки, смотрите на размер. И очень удобно брать с собой в дорогу. Они легонько позволят подпилить ноготочки, придать им форму и убрать ненужные там заусенцы. На этой страничке нас ждет легендарный CC-крем для волос. Кстати, хочу про него сказать, что помимо того, что этот крем шикарно разглаживает волосы, является великолепным укладочным средством, великолепно расчесываются волосы. Самая его классная штука сейчас в зиму. Многие девушки страдают статикой, то есть волосы электролизуются, пушатся, да, торчат во все стороны. Именно вот этот CC-крем шикарно убирает статику, и волосы выглядят просто потрясающе классно. Мы, кстати, пользуемся постоянно таким средством, но я забыла его взять. У нас такое есть. Далее, у нас есть гель для лица «Огурец», маленький объем 30 мл. Туалетная водичка «Northern Glow». Кстати, чудесный аромат, очень популярный. Далее у нас идет парфюмированный спрей для тела «Сердечки». У него приятный такой сладенький аромат, очень вкусный. Вот именно для тела классно его использовать. Далее у нас специальное смягчающее средство. Кстати, это мой любимый аромат, аромат вишни. Вот совсем недавно открыла новую баночку. Видите, прям чуть-чуть использовала. Я его использую для губ, для локтей, для кутикулы, пяточки мажу, коленочки. Да, можно глазки мазать из кожи вокруг глаз, вокруг губ. Если идет какое-то шелушение, то это средство прекрасно справится с любой проблемой. И, может быть, даже если детки у вас там получили ранки, какие-то болячки, которые чешутся и болят, намажьте этим средством, и болячка очень быстро сойдет и совершенно не будет доставлять дискомфорта малышу. Следующее у нас питательные масочки. Обратите внимание, их в комплекте 2 штучки по 6 мл. Они просто чудесные, с классным ароматом и великолепно увлажняют, напитывают кожу. То есть такими пользуюсь и дарю часто такие маски. Кстати, можно взять на подарок, потому что они легко между собой так вот делятся, разрываются. И можно подарить по одной масочке кому-то, чтобы попробовали, или просто в качестве комплимента своим клиентам. Здесь у нас 3 блеска бальзамчика для губ. У меня бальзам манго. Вот так он выглядит. Он дает легкий оттенок губам и прекрасный блеск и аромат. Вот я уже им пользуюсь. Кстати, интересно, так я его беру. В форме розочки получилось. Очень красиво. Он чудесно пахнет, и мне он очень нравится. Так, далее. Для мужчин гель для душа. Лидер. У нас есть также парфюм из этой серии. Он чудесно пахнет. Его удобно использовать, потому что такая открывашка классная. Небольшое отверстие для того, чтобы выдавить необходимое количество геля. И есть также дезодорант шариковый. Тоже прекрасный, великолепный подарок для мужчин. Всегда нужно, всегда, да, как говорится, много не бывает. Приятный аромат такой, достаточно чувственный, но в то же время свежий. Он называется Flamboyant Prive. По хорошей цене. Классный объем. 75 мл. Также мужской. Ой, я перепутала. Это у нас Ascendant. Вот Flamboyant. Два мужских аромата. И далее унисекс, это для ног, можно и для мужчин, и для женщин использовать, с ароматом апельсина. Нам он очень нравится, апельсиновая водичка, такой приятный, легкий, свежий аромат.
Конечно же, наносим на ножки для того, чтобы снять отечность, неприятные запахи предотвратить, и чтобы ножки были гладкие, не натирались. Мы пользуемся, ну, удобный такой распылитель. Хватает, кстати, очень надолго. Мы любим такие дезодоранты, всегда ими пользуемся. Далее у нас питательный крем для ног, есть также апельсиновая вода. И питательный крем для ног, вишневый десерт. Я вам покажу свой, я им пользуюсь. Он очень такой жирненький. Сейчас покажу, как он выглядит. И он чудесно пахнет просто. И, как говорит моя клиентка, которая работает в аптеке, это моя подруга уже, она говорит, что только этот крем помог ей избавиться от сухих мозолей. Поэтому я вам рекомендую прям такой крем себе приобрести, потому что это будет просто не просто чудесный аромат, но еще и очень мощные питательные свойства. Вот, он быстро впитывается, такой прям, ах, какой аромат у него шикарный. И крем для душа мега объем с ароматом миндаля 750 мл. То есть это огромный такой баллон крема с увлажняющими компонентами, всего за 299 рублей. Это очень выгодно, потому что, смотрите, обычно у нас гели идут по 200 мл, иногда бывает 250. И мы смотрим, что, да, ну, гели, они достаточно дорогие. То есть, если мы посмотрим по объему, сравним, например, мужской гель и вот крем для душа, то это очень выгодная цена, прям рекомендую брать. А здесь у нас идут аксессуары, шикарный набор колечек, он подходит как раз с сережками по комплекту, то здесь зелененький глазочек такой и здесь такой намек на зелень. Далее шикарные шарфы с тропическим принтом, и шарф такой пятнистый, кстати, очень интересный у него прокрас такой, нежный, приятный, он будет шикарно смотреться осенью под такие пальто, например, кремовых оттенков, беж, может быть, синий, да, чтобы так дать какой-то акцент, а в то же время, да, привлечь внимание. А далее у нас здесь ожерелье с подвеской в форме цветка. Это мой любимый маг, и вам так повезло, что сейчас на него такая огромная скидка. И я вам его рекомендую себе взять, потому что, ну, для меня это один из любимчиков. У меня есть целый комплект. Это вот такое вот ожерелье. И на мне вы видите серьги. Видели в начале видео. Он очень классный. Красивая сумка, но все-таки она более летняя, мне кажется, потому что она не на молнии. У нее есть такая магнитная застежка. Далее очки. Очень прикольные очки, я их летом мерила, видела, у них такая красивая вот цветопередача, и очень красиво они смотрятся на лице за счет вот необычной тонировки стекол. А мужские очки я вам покажу, они приходят в таком вот хорошем качественном чехольчике, внутри есть салфеточка для того, чтобы протирать очки, и вот они, очки. Миша проходил в них все лето, это мужские такие очки, он очень доволен, учитывая, что он очень много бывает на солнце, велопрогулки, он все совершал в этих очках и остался доволен как никогда. Мы, кстати, не ожидали, но они очень стильно и красиво смотрятся, у них такие классные вот эти стекла. Я думаю, что это будет модно также и в следующем году, поэтому можно уже приобрести себе такие очки и положить их, даже если не будете носить в этом году. Далее шарф мужской, очень актуально, скоро у нас, да, осень, и уже идут холода, во многих регионах уже достаточно прохладные, можно доставать шарфики. Мужской прикольный ремень и бумажник, это все серия Renome, все приходит в красивых коробочках, то есть это прекрасный подарочный вариант. Здесь у нас кошелек для девочек и два шарфа. Они идут в наборе. Обратите внимание, что за два шарфа всего 699 рублей. И в эту же тему к ним идут очки женские. Тоже интересная форма. Вот они похожи как раз с мужскими. То есть, если вам идет такая форма, то можно себя побаловать. Всегда очень хорошая передача цвета в очках Oriflame. На этой странице нас ждут всевозможные
помощники нашего бизнеса, это карточки, которые мы можем раздавать, справочник по краскам, обязательно рекомендую его взять, потому что это удобно подбирать краски, необходимые пластиковые пакетики. Я всегда заказы клиентам отдаю только в пакетиках. Вы можете взять блоттеры 50 штук для того, чтобы подбирать парфюм, да, своим клиентам, ручки и руководство по продукции, чтобы хорошо знать наши продукты. И завершает каталог премьер-клуба, шикарный аромат Poses мужской. И, кстати, только для членов премьер-клуба 3 мужские воды. Если вы приобретаете 104, вы получаете в подарок, да, это такой приятный бонус. Итак, желаю всем быть всегда в премьер-клубе легко, никогда из него, да, не выходить. И пользоваться всеми его преимуществами, помимо того, что вы получаете кэшбэк 10% и еще прекрасный продукт, шикарный ассортимент по отличным ценам. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Если есть вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч! Пока-пока!